хочу. Вас задержать. Матрушу? Что вам нужно? Не надо меня задерживать. Идите свой дорогой. Здесь номер. Что? Умный такой. Не пристегнулся, забыл. Какие претензии ко мне? Дорогой, ко мне обращайтесь? Машина выезжает. Ну, вы ко мне обращаетесь? А, ну удостоверение тогда. Представьтесь, удостоверение. Да, пойдемте. Вот, никуда не пойду, давайте удостоверение на месте. Ребят, удостоверение на месте. Документы ваши можно? Удостоверение ваше, вы кто? Мы не решаем. Руки, руки от меня убрал. Уберите, спокойно. Нет. Зачем вы меня задержали? Службу понятых может позвонить? Слушайте, вы кому-то их давали? Учковку на полиции. Да. Неужели это так дела решаются? Суть. Я ухожу, вы меня сюда не пустите. Опять? Я вас не отпустил. А, меня не отпустили. Помещение дежурного участка заканчиваю. Приказом ДСПшного министерства. Видеосъемку заканчиваю, пока я не отобрал вас. Что делать? Я вам еще раз говорю, заканчиваем видеосъемку в помещении ОМВД. Составляет там протокол, где-то должен расписаться. А еще да? Не, ну он составляет. С учетом того, чтобы мы пришли к компромиссу, да, так как я просил вас здесь не снимать, хотя вы здесь продолжаете снимать, да? Ну, конечно, мы сейчас пойдем в комнату. Нет. Я просто. Ну, по-человечески, да? Пойдем в ту комнату, где можно, там вы будете производить хоть на все ваши. Давайте. Фиксировать отказ от подписи. Спасибо. Или подписи. Спасибо. Просто, ну, все-таки я просил, ребят, не просто. Я понимаю, для вас ну, все-таки камера добро, здесь находится добро, в прямом. Это вот занимите? Да, я сейчас вас выйду, и будете там. Да, отлично. Дальше, все, понятно. Спасибо вам большое, что вы такой адекватный. А это бутылка, да? Ноги на стол, блин. Задержание. Они же сделали, что он, наверное, выдержит. Официально работаете? Могу. Ну, ну, да. Отвечай. Отвечаю. На вопрос, да, сотрудник задает вопрос. Ну, скажи, что не, если не, не хочу. Нельзя, то не хочу говорить вам. Да, где работать. А на остальные вопросы он вам ответит. Владимир, мне кажется, вы травму можете получить. Ну, я знаю, да, потому что если я попросить, там упадет. Я поэтому. Так, место жительства. Правильно? Да. Москва. Да. Ну, вы же видели паспорт. Скажите, пожалуйста, ранее вы привлекались к административной уголовной ответственности? А какой вас срок интересует ранее? Вот от рождения? Ну, хотя бы в течение года вы привлекались к административной уголовной. Вот сложный вопрос. Вот это штрафы за сколько были? Товарищ младший лейтенант, он... Во-первых, лейтенант. А, лейтенант, да, извините. Я так давно в армии служил, уже забыл. Буквально какой это был месяц? Вот привлекался вот буквально в январе в течение, по 19.3. В течение года он привлекался вот по какой-то статье, мы не знаем, что это такое, часть первой статьи 19.3 Кодекса административных правонарушений. Ну, раз обрадует, такой статьи у него нет, по нашим данным. Потому что у меня документы есть, что я привлекался. Но у нас есть статья 20.2, часть 5. И вот по этой тоже привлекался. Знаешь, нет, он привлекался, нет, привлекался, чтобы он выиграл уже. А то есть она уже все, я там виновен? По 20. Какой 20.2? А наказание у вас указывается там какое-то? А что это 20.2? Когда ты успел виновным стать? А вот я хочу. Да, кстати, теоретически мы вот. Не привлекался, короче. Административный штраф 15 тысяч. А когда? Когда? 15.11.2016 года. 11? 15 ноября 2016 года. А, я понял, там. А, это все. Какой же. Все, привлекался. Да пускай, ну я не в курсе. Я, вернее, я сказал, что нет. Не, я сказал, что нет. Что, в течение года? Нет, в течение года. Нет, это, ну, я вам сразу замечаю по этому вопросу, что нет. Ну, а ваш вопрос, поэтому не привлекался. А здесь стояло и... Ну, объяснять долго эту ситуацию. Мы потом приложим документы. Коротенько для протокола. Куда? А с какого момента начинается административная процедура? С момента составления вами протокола, да, административной процедуры? А какой сейчас документ составляется? Я даже не помню. Административный протокол. А, административный протокол, да? Хорошо, что-то у нас тут рыбкой пахнет.
Хорошо, что вот младший лейтенант честный попался. И... Ну да. А вы меня допустите к производству по этому делу в качестве защитника? Да, приносите, пожалуйста, документ свой. Да. Пас, ну, свидетельство, да, да. Ваше удостоверение, сотрудника. Ордер. Да нет, вот, там, видите, какое дело, в соответствии со статьей 25.5 Кодекса административных правонарушений, примечание, Верховный суд разъяснил, что в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу, защитник может быть допущен без составления соответствующей доверенности. Доверяю защиту своей чести и достоинства в отделе полиции Черемушкинской. Ходатайство к вам, я готов письменно его написать, о допуске меня в качестве защитника. Ну, вы можете, в принципе, я не настаиваю, вы можете отказать, написать мотивированный письменный ответ. Напишите, пожалуйста, письменную. Да, срок, дайте да. Листочек, пожалуйста. Дежурную часть возьмите, пожалуйста. А, хорошо. А зачем, если ты имеешь право У нас письменное дело производится, правильно? Если завтра гражданин скажет... Здесь вы правы. Завтра гражданин скажет, знаете, я вот этого гражданина не знал, он был в дежурной части, все рядом со мной, сказал, я твой друг. Давайте я знакомился с моими данными, персональными, правильно? Может. Прошу привлечь. От меня все что угодно можете ожидать. Прошу привлечь дело к ответственности. Я не такой могу вам подстроить, действительно. Поэтому вам нужно себя обезопасить и какую-то тут видеофиксацию вести. Походу, что-то горит, там уже есть сначала копченая рыба, потом там уже, видимо... А торговые люди, значит? Что-то кто-то готовит хаос. Вообще, это твоя работа. Ты пишешь, чтобы допустить. А, ну да, допустим. А что, ручку не отобрал? Ну, я дежурную часть не отобрал. Что, Валерий? Может, всем указывается? Кто готов? Я просто боюсь, дело-то будет серьезное. Громкое. Громче, чем предыдущие. Громче, чем Солнечногорск? Да это ерунда. А вы подписались уже на меня? Я за вас могу подписываться. В протоколе только пишется лучше. Лицо, которое составило протокол. Все. Еще колокольчик там. Колокольчик там есть где куда поставить? Я не знаю, что вы собираетесь ставить. У нас только подпись. Но если вы неграмотные, можем вам предоставить педагога. Не, у меня просто плохой почерк. Если об этом, то мне ничего страшного. На имя младшего лейтенанта. Не, на имя начальника. Пишите, пожалуйста. Не. Вы ошибаетесь. В производстве находится дело, статья 24.4, часть 2, Кодекса административных правонарушений. Ходатайство подается лицу, в производстве которого оно находится. Так как вы не передали еще своему руководителю рапортом или какому-нибудь другому должностному лицу в данное административное производство, соответственно, оно заявляется на данном этапе вам, на ваше имя. Да, там консультанте можете меня узнать. А можно вот ваши данные да, тоже? Я перепишу на шапочку. Ну, кому я это адресую? Я же вам адресую, правильно? Конечно. Так, что-то тут двух пишется на этом. В суде будет жарко. В суде дело не дойдет, я чувствую. Да, он передумал. Пресс-секретарь вам? Нет. Пресс-секретарь. Что, не кушал, нет? Да, с гражданином, наверное, будут процессуальные тяжбы. Поэтому нам с гражданином как-то разъяснить. А вы сейчас что пишете? Я? Ходатайство о допуске защитника. Я на данном этапе хочу вступить на дело в качестве защитника. А вы по административной практике специалист, да? Ой, я так рад. Вы не могли бы поприсутствовать, потому что, возможно, подсказать придется младшему. Адрес не обязательно указывать, орган куда, или я просто не мог, безграмотный, вот, поэтому защитник ходатайства. Прошу. Адрес-то нужен, ну, в смысле, Господи, шапка раз, органа. Раз, три? Что, вы кажется, что я пока что пойду? Как будете готовы, если напишите, позвонишь мне, хорошо? Хорошо. Я спущу. Прошу вас. Допустить в качестве защитника, да? Прошу вас допустить в качестве моего... Прошу вас допустить к производству по моему делу. Административному. Да, можно допустить. По части 1 статьи 19.3, наверное, да? Да какая разница? Даже неизвестно, мы же еще не знаем, я же не знакомился. Вдруг там статья поменяется. Виталий Викторович, вам вот поступило ходатайство
к рассмотрению. От Арсентьева. От Арсентьева, да. Разрешите его, пожалуйста, не замедлите. Можно ваш паспорт на данный полностью? И место рождения, и где прописан? Ну, указать. Я, давайте я укажу. Нет, пускай человек уже начал. Конечно. Ну, давайте. Самое, прописку укажите, там больше, больше ничего не надо. Нет, паспорт на место. Серия номер. Да нет, вот сам не требуется. Это я знаю точно. Вот мы как бы вот что посчитали нужно, то сюда внесли. Можно еще раз фотографировать туда разочек. Владимир Викторович. Я вам разъясняю, что сегодня, 16 мая 2016 года, 14 часов 20 минут по адресу город Москва. 14 часов 20 минут. 14.20. Да. Хорошо. По адресу город Москва, улица Профсоюзная, дом 32, корпус 2. Вас ввели непоминание законного распоряжения. Требует сотрудника полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, равного воспрепятствованию исполнения служебных обязанностей. Переписали, я видел, да, из этого. Ну как мне написать? Стоял у машины СОГа и не пускал проезд? А, нет, вы все что угодно можете нафантазировать. Угу. Вот, а вы прошу вас ознакомить. А вот да. Все-таки бумага-то. Административное производство уже начато. Разрешите, пожалуйста, ходатайство. Вас пока не будем заявлять. Это если отклонят одного, мы будем следующего. Кто все? Да нет. Пойдем на улицу. А, все приедут. Дмитрий Евгеньевич, да. Можно попросить вас сделать копию паспорта? Да, да, пожалуйста. Нет, дежурную часть попросите, пожалуйста. А я попросить? Да я здесь не могу давать распоряжение, я не уполномоченный. Все еще нет? На такие действия. У меня тут куча еще судебных повесток там на разные дни. Я тут постоянно в судах сижу. Я их вытащу. У тебя повестки какие-то. В 80-м приходили, что ли? Смотри. До сих пор еще не заранее выдали, да. Включись, пожалуйста. Ну что за дела, опять 19-й? Мне кажется, полицейский со службы хочет уйти. Из-за вас. Ну что такое? Вы приехали, вот вы приехали и все испортили. Вот он почти со мной договорился. Он меня побил немножко. Да? Ну, побил прям... Ну, побил. Громко сказано. Он применил... Помягче применил физическое насилие. Хорошо. Но искусил. Побой, знаете? А значит, вы побои. А кто пишет-то? Да все мы пишем. Пишет. Вы объяснили, воспользуйтесь этим, как... Если что тебе понравилось, пока еще не следим. Лейтенант, да. А вы ранее не привлекались? Уголовная ответственность. Так, дисциплинарный. Было. Было, да. Все, когда-то в первый раз, да? Условка. Вас там плавал. Лейтенант пока не привлекался. Да нет. Так, ну протокол. Вы объяснение готовы вообще давать? Вот и ходатайство, которое мы ждем. Так а вы конечно кого интересуетесь? Вот у вас должностное лицо-то. Если хотите, вы можете заявить. А, ну кому вы заявите? Только себе. Да. Я сотрудник административной практики. Да, да. Вы вступаете в административное производство? Да. А каким образом? Просто по желанию ваше? Нет, почему желание? Это мое направление. Я обязана... Ну вступайте, хорошо. Мне с вами интересно. Это вести. Ну хорошо. Угу. Я не возражаю. Хотя я еще не допущен. Но уже не возражаешь? Ну, хотелось бы вот бумажку рассмотреть. Мы рассмотрим сейчас бумажку. Ну, мы вроде составлял другой сотрудник, а не вы. А вы будете... Сейчас работает участковый. Ну да, я понимаю. Девушка на каком-то основании сейчас нам... Это административная практика. Я сотрудник административной отлично, практики. Отлично, он вам передал, как ты это делал, или что, в каком сейчас... Нет, это мое направление, сотрудник административной практики. Окей, не подсказывать, хорошо, они будут подсказывать, ладно. Копайте сами. Себе. Сами себе, да. Там лейтенант нормально там знает. Ходатайство. Вы про ходатайство или вы хотите представлять его интерес? Я хочу, чтобы он представлял. Я хочу, чтобы он. Ну, вы хотите, чтобы он представлял ваш интерес. Оказывал юридическую помощь. Ну вот.
Оно заявлено на имя инициатора обвинения. Что мне кажется? В принципе, он же образованный человек, юридическое образование есть у него, это ему заявлено, вы помочь ему пришли, он же разрешает это ходатайство. Он знает, наверное, как это делается. И отдайте, это его документ. Да, там в производстве участковых не такие дела, там уголовные дела. Да, да, да. Я все-таки задам вопрос, я не могу найти. Кто это? Молчу. Приходят люди, понятно, читают документы какие-то, адреса, которые надо определить. Тебе знают, где ты живешь. Адреса, да. А потом вы им только... Все, молчи, молчи. И вот... А это вообще должно быть написано на имя начальника. А кто сказал? Я вот только что пояснял лейтенанту по этому поводу. Он вам повторит. Я ссылался на определенные статьи и на разъяснение Пленума Верховного Суда на этот счет. Ты недаром ошибся, когда стал младший лейтенант, видимо, просто по времени немножко. Да. В принципе, я могу вам подсказать, что нужно делать для того, чтобы мы написали ходатайство на имя вашего начальника. Ну, возможно, вы знаете, как это делается. Вы меня успокаиваете, что я не подсказываю. Да, сами учите, как надо служить России, служить закону. Вот смотрите, мы заявили ходатайство, точнее не мы, а вот Артентьев заявил ходатайство, а вы уж там... Принимайте решение, если вы находите основания для того, чтобы отказать в удовлетворении, то вы, наверное, знаете, что делать. Согласен. Это очередной сериал, я не выдержу. В этом году все сидят. А я уже. Ну, сколько было? Правда, эти все слова к лейтенанту я вот обращаю, а не к вам. А вы, ну, если хотите, потому что, пожалуйста. Он просто тоже слышит. Ну, чтобы нас еще персонаж пошел в наш сериал. В общем, не нужно. Это мы такой симпатичный человек. Сейчас вот просто на этом этапе я бы хотел, чтобы это ходатайство, точнее, я за Арсентьева уже говорил, он желает, наверняка он меня поддерживает. Хотел бы до того, как будет ставить какие-то подписи в данном протоколе, чтобы разрешили данное ходатайство. Я бы хотел подсказывать на законных основаниях уже, как участнику производства по делу. Владимир, а ты время указал? Да. 16:40. Ну, уже оно немножко. А время задержания в 14:00? Нет, ну 16:51 уже. 16:51. 15 минут недостаточно, чтобы разрешить это ходатайство. Ну, осталось 10. Ну, вообще, это до 3:00. Потом... А мы сразу поедем, что ли? Может, сразу поедем? А я не ел еще. А может, мне покормят, кстати, здесь? А потом уже поедем. А, питание же. А вы вообще, получается, Юрий Евгеньевич, вы... Мы? Кем именно вообще? Вы, пока еще никто. Вы пока не отказали и не удовлетворили, он пока еще знаете, вот будет защитником, я надеюсь. Не общайтесь, не общайтесь. Смотрите, я вообще... Хорошо, да здесь давайте узнаем, кто это. По первому образованию токарь, следователь. Вот. Но умею еще по электрике немножко. Вот. И на кухню люблю ходить. А если этого достаточно, то... Но вы не адвокат, не официальный лицо. Нет, я не адвокат. Можно выступить как свидетель, написать также объяснение, все объяснение писать. А, как свидетель, специалист. Да. Но дело в том, что я не являлся свидетелем. Вот Арсентьев заявляет в данном ходатайстве привлечь меня не в качестве свидетеля по данному делу, а в качестве юридического защитника. Но у нас есть и свидетель. Ну, по-другому делу. Я могу немного пояснить, это связано с тем, чтобы я мог на законных основаниях подсказывать что-то своему будущему подзащитнику. Вы будете его потом представлять в суде? Ну, а в суде там заново все надо будет писать. Ну, будет, да. А я вот на данном этапе хотел бы вступить в производство по делу, чтобы подсказывать, может быть, и где-то лейтенанту помочь, потому что я вижу, что он... Ну, с кем ты общаешься, можешь мне подсказать? Ну, я так... Нам хитро, чтобы указать. Действительно, вот, фамилию. Дело там в Питере, да? Документы, пусть представят, что такое практика у вас административная. Можно фамилию узнать? Ну, нам действительно, можно писать внизу, вы знаете, бегущая такая строка, ну, не бегущая,
А еще вопрос раз можно задать? Нет. Ну, как бы... Вы кто? Я не знаю. Задайте вопрос. Ну давайте. Я могу вас спросить, представиться и поинтересоваться, вы в качестве кого в данном производстве? Я инспектор административной практики. Угу. И... Я веду это направление. А вы? Младший лейтенант Камбарова. А, Камбарова, имя отчество? Ирина Михайловна. Ирина Михайловна, очень приятно. Юрий Евгеньевич Сенчев. Вот пытаюсь вступить в производство. Да, это, еще раз вам повторяю, на имя лейтенанта заявлено ходатайство. Вот, вы можете, я не возражаю, пошептаться с ним, да, а он даст все ответы и задаст мне все необходимые вопросы. А, нет, просто... Вы хотите представлять интересы. Я хочу, чтобы он представлял. Он еще не защитник. Он не против, да? У вас в суде вы будете представлять его интересы? Причем тут суд? Я вообще... Я не знаю, мы сейчас выйдем. Все уже. Может, мы сейчас выйдем, подеремся и поссоримся. Я не знаю. Не могу. Да, у нас сложные. С какого цели интересуются? Сложные отношения по этому. Сейчас суда никакого нет. Подождите. Ты будешь драться? Над кем вопрос? Да а что? Я тебя уделаю там. Нифиг делать. Так, ладно, я вас поняла. А я вот не уверен. Не очень. Я сейчас скажу. Не навернитесь. Сейчас придет лейтенант. Подождите, 5 минут осталось для того, чтобы предъявить какие-то эти самые. Нет, там указано 14:20. 14 часов 30 минут, да, в этот момент тебя задерживают. Да. Мы считаем 1:20, мамочка. Осталось 5 минут, чтобы тебе предъявить обвинение. Я не понимаю, почему вы хотела? Я понимаю. Нет, подождите, вы на два звонили при мне или до меня? Уже после, кажется. Вопрос не такой. Не знаю уже. А с какого момента начинается исчисляться время? С момента задержания человека. Вот. Поэтому задержалось 14:20. А когда он звонил до меня или при мне, даже не может объяснить. Как только вы его схватили за руку, так и исчисляется. Нет, у меня просто еще предыдущий. А куда вот кто это? Он... Давайте я буду отвечать за себя. Он мне сказал, чтобы я не уходил, и, а потом же другой. То есть, как бы задержали меня изначально первый, получается, да? А вот. Ну, не буду, я вспомнил. Это исчисление на свое. Мы через 5 минут просто звоним уже в другие структуры. Тем более, у вас там время неправильно. Ответьте нам, пожалуйста, не на ходатайство, чтобы мы уже... Вы не переживайте, вы за себя это еще ответите. Видите, у нас все вежливо. Да. У нас все грамотно. У нас это не то, что у вас там. Просто вы уже все-таки защитник находите, простите, пожалуйста, но я не знаю. Чем богаты. Вот, ну, если бы вы были на месте Арсентия, вы, наверное, уже сидели. Просто так. В Кутузке. А если по уголовному делу, вы... На месте Арсентия я уже сидел бы. Да. Ну, вот с такими защитниками. С обвинителями. Если бы вы были обвинителями. Ну, поменяться сами. Да, если бы мы были обвинителями, было бы. Может, вы захарапаете? Да, они все время же зовут. Да. А как можно заставить работать против совести? Вот, я не знаю. Вот вы как заставили себя? Почему против совести заставить себя работать? А у вас такая совесть? Параллельно. А вы на помощь? А, для интересов. Это все-таки в мои помещения. Да. Тут просто какое-то прям... У меня такое ощущение, что, знаете, вот магазин только что открылся, и еще никто не знает, как что лежит, где что продается, то есть... Между прочим, это очень правильный вопрос ты сейчас задал на данном этапе вот лейтенанту, потому что... А ведь я юридически безграмотен. Потому что он позиционирует себя как честный человек, и мы вот сейчас прямо это и проверим вот, в рамках этого административного производства. Вот. Прямо на данном этапе очень скоро. То есть вы очень хотите скоро сомниться в моей честности? Вот мы прям проверим. Я по умолчанию, вы для меня добропорядочный. Мы вам верим и доверяемся, да. Полностью выполняем. То, что там они мне наговорили, и у меня нет оснований им доверять, вы же знаете, да, у нас Российская Федерация, гражданину Российской Федерации доверяется в последнюю очередь. В первую очередь доверяют вам. И почему? Поэтому... У нас равноправие. Ну, по закону. Нет, мы по закону.
Да, да. Вот, вы заявили, что вы честный человек, и вы нам скоро это докажете. Я вот вам задам вопрос, вот скоро мы перейдем к следующему этапу, заключительному этапу оформления данного протокола. Вот. И вы прям, мы прям проверим, честный вы человек. Да не проверим, а убедимся. Потому что, ну как, полицейский, он же человек, это полицейский, он не может быть нечестным, то, что ты говоришь. Поэтому не проверим, а убедимся. Да. Видите, как я вас поддерживаю? Пропагандируем. А как же предыдущий? Это проморочный образ полицейского в России. Чтобы не позорили погоны и господина Колокольцева, мы вот всячески идем на... Слушай, Володь, а как же предыдущих твоих, кто составил таких протоколов? Как же с ними? А они плохо себя вели. Ты передачи не хотели делать, что ты? Нет. Нет, я с ними не общаюсь, потому что они себя вели плохо, они не извинились. А тут, может быть, если человек принесет чистосердечное... Нет, давайте так. Сейчас принесут репортаж. Давайте. Почему вот вы никогда не берите? Почему все время давайте, вот мне скажите? Ладно, значит. Что берите-то? Ну, я не знаю, может быть, у вас нечего, конечно, да. Я вас сбил с какой-то важной мысли. Тем временем осталось 17 часов. А вы подсказываете? Принесут рапорта сотрудники ДРА. Сейчас вот девушка следует убежать. Подсказываешь. Да? Или нет? Или его не будет? Слушай, тут уже известна статья просто. 93. Часть первая. 93. Да, часть первая. Можно сфоткать протокол? Можно, вы являетесь. А я сейчас. На свой телефон. Я ознакомлюсь пока. Нет, согласно 25.1 КОАП РФ, имеете право делать копию. Ну, знакомый с документом. Просто знакомые, близкие волнуются, говорят, что... Просто если гражданин подаст на вас заявление, что вы являетесь лицом, который сфоткал его персональные данные... Они у нас уже все в доступе. Ну, в открытом доступе персональные данные не должны быть. Ну, наш, между собой. Если вы доверяете друг другу так. Ну, у нас вообще конкурирующие фирмы. Редакции. Как и вы. Я как участковый не такие еще заявления направил между родственниками. У нас так же, как у вас, у нас территориальная подведомственность, все разрослось. Да, я вот забрался, честно, я на чужую территорию забрался. Я уже смотри, что вас местные правозащитники вечером не встретили. Они уже встретили. Я принес извинения и пожурил за то, что на его территории происходит такое. Поэтому уже все. Да, и надо тут всех защищать, походу, на этом участке. Что, 115 где-нибудь, да? Ну, из-за головы, кстати. Побои, да? Побои а это, все они, да, это что, побои, это все никогда не... И сами сейчас нет, на закрытие много материалов, да? У нас побои сейчас 6.1.1. Да. Хулиганское побуждение, 116. 115 еще, может быть. Ну, это легкий рейд. Легкий рейд, да. Но опять же СМИ надо проводить. Ну, да. Так и по 61 на 10 случае. Я говорю, чтобы квалифицировать, надо проводить проверку. Ну, да. Поэтому человек, когда сказал, вставляйте мне протокол, я сказал, давайте сначала выясним все обстоятельства. Что вы скажете в своем объяснении? Он от письменного объяснения отказался? Да. Ну, когда, например, Абсентьев. Вам приносит заявление, да, то, что там обоих, да? Не принимаете. Вы обязаны принять заявление, да? А регистрировать человека. Присвоите ему порядковый номер. Да. Выдать человеку талонное уведомление, чтобы принять заявление. И дать телефон сотрудника полиции. Да. Который... А когда объяснение это берете с этого человека? Заявителя? Мы принять заявление. Ну, как? Нельзя в момент. То есть надо после чего-то или до чего-то. То есть в момент одновременно делать нельзя. Начал заявление, потом объяснение. Ну, нет, в момент человек говорит. Сначала заявление, ну сразу же берется заявление, объяснение. А уже надо, допустим, ну вот с этого момента возбуждено дело с одним правонарушением, правильно? Или с какое-то определение вообще? Определение возбуждение дела. А потом уже после СМИ составляется протокол и передается, правильно? А если там... Подождите. Человека нужно установить, опросить. Ну если он известен. Установить свидетелей. Да. Если человек неизвестен, то возбуждается уголовная статья 116. Если человек известен, составляется административный протокол. А какая разница, известен или нет? Тут уже известен, так что какая разница? Нет, квалификация или нет, это какая отношение не установлено у лица. Там расследование будет. И правоохранители так... Если там просто разницы нет. Ну, разницы вроде нет. Там же 16 из хулиганских побуждений. Либо в повторном. Никогда не хулиганил.
Хорошо, никогда не привлекался в суде. Не пойман. Нет, ну, не, ну ловили, но до суда там разваливалось. Они же два раза отменили, возвращали дело. Мне непонятно, почему у тебя на 20 тысяч долларов сам платит. Почему непонятно? Я долго с ней тоже спорил. А, так у вас же от ноября, да? Да, с прошлого. А 20-25 не хотите составить? Как-то там уже штраф не оплачивает. Так, и прошу не подсказывать. У меня нет документов, что он не оплатил штраф. А вот, вот в следующий раз так и будете заявлять, понимаете? Там тоже предусматривается. Пока здесь более хорошо уехать. Давайте, он ваш точно друг? Что он сказал? Ну сроки складываются же. Ты хочешь мне сроки сложить? Даже нормально не складываются. Ему даже 30. Не плюс 15 сделали. Да, кстати, 19 лет. Ему 30. А 20.2. Так что другая. Попрошу это. У нас же равноправие, в конце концов. Не надо складывать мне. А Навальному сколько? 30. 30? Не 40. Нет, 45, но... 45, ну просто они вошли... Одинаково. Не, Басихина 45, не знаю. Это да. А меня вот Басихины, да, отвезут из США? Басихин, знаете? Мы просто... Нет, ну, Гагаринский суд же, да, вот, получается? Нет, у нас Черемушкинский суд. А, Черемушкинский! Голяшек! А, так мы там тоже же были, там же прикольно. Кстати, там нормально. Там нормально. Да, да, там нормально. Но Басихины смешно. Да. Ну, это вообще колено. Ну, да. Там, так там меня даже не осудят. Не осудят? Я буду за вас только рад. Значит, извините, что я... Я извинюсь, скажу. Да. Здравствуйте, я сказал. Да нет, это можете прямо сейчас. Ты все не поздно. Потом-то. Потом уже как раз поздно. В принципе, уже 36-е приказы исполнять. Кошмар. Ну, ничего страшного. Да, это богатый жизненный опыт. Он всегда, он хоть и больно бьет, но... Я думаю, надолго запоминается. Малый, там не пригодится это. Слушай. Почему? Думаю, почему? Когда сидишь на шконке такое, это такое раньше вытворить. Я считаю, порядка рассмотрения жалобы. Да, 795. Принесение извинений. Да, я лично готов к вам. Если уж вот так я был не прав, на Исаакиевскую. Исаковскую, это же великий писатель. Исаковскому. Исаакиевский это собор. Таковскому по улице, место жительства, с мамой вашей познакомились. Нет. С Торжком приеду. Нет, скажу, лучше по месту... Скажу, знаете, какой Владимир? Нет, Владимир хороший человек. Нет, лучше по месту... Я его привлек незаконно. А судья сказал, ты плохо себя вел, ты незаконно его привел. Вы вот прям вот... Да, я скажу, ваши... знаете, вот я вот... Может, кричился, может, взял его за руку там, ну... Случайно. Нет, скажу, я сразу не разобрался. Я, значит, посмотрел его действия административный состав нарушений. Так вы же его не видели? Или видели все же? Ну, как? Ну, вот хорошо. Вы же не все время были, да? В тот момент, когда вы... Нет, подождите. Вы сами как бы усмотрели? Подождите, я же вышел... Не, ну я со спрашиваю. Стороны, где вы стояли, правильно? Я у них спрашиваю. Так это участковый был, оказывается? Да. Да кто вам сказал участковый? Ну, водила. Сотрудник полиции, давайте начнем. Не. Полицейский. Водила. Полицейский водитель. Водила. Водила, он, знаете... Я же не сказал, что сифак, да? Мы в сифака раньше говорили, ты теперь водишь там и прочее. Ну, прямо вас как-то странно, знаете... Ну, сиф. Сотруднику полиции вот так вот через сифу присвоит полномочия, знаете. Не, я это за глаза говорю, ему в глаза я такое не говорю, я просто... Вас надо прям так на утренний разок сказать, знаешь, вот, правильно, ты сегодня вводишь, а вот. Ты сегодня, не знаю, что ты сегодня делаешь. Ничего сегодня не делаешь. А ты как обычно. Поэтому... А что такое? Вот, как же фамилия забыла? Кого был? Ну, маленькой дюймовочки такой. Ну, давайте начнем с группы полиции. Давайте начнем с того, что это сотрудник следствия. А какая мне разница? Я простой прохожий, я не разбираюсь. А, вот такая. Для меня написано полиция. Это полиция. Видите, как? И вот что она обиделась действительно? Вот там контроллер стоит. Ну как, девушки сказали, дай телефон. Ну, вы же видите, слышали, что я какой телефон. Хорошо. Я же вам ее продиктовал. Хорошо, видите, знаете. Ну, давайте начнем с этого. Не, давай, вы провоцировали сотрудников полиции. Не, не провоцировали. Я объясню. Нет, хорошо, смотрите, получается, я у нее просил какой-то личный номер, а вы дали мне дежурную часть и говорите, что это он и есть. Ну как так, не сходится. Давай, давай.
Девушка вирус? Нет, девушка посмотрела на гражданина, сказала, что гражданин просил отойти вежливо. А девушка еще? А? Не, минут еще надо. 15. Минут 15. Прививать никак нельзя? А что такое? Не хочет. Ну, как, против?